Ярко, феерично, торжественно и необычно. На праздничный концерт, посвященный юбилею Ангарска, воодушевленные карнавалом горожане шли целыми семьями. Свои лучшие номера представили и дворцы культуры, и общественные организации. Малой родине воздали и депутаты окружной думы. Еще не выйдя из карнавальных образов, обычно строгие и серьезные люди здесь шутили, смеялись и осыпали зрителей разноцветным конфетти. Над Сибирью, над всей Россией звучит радостный перезвон. Светлый город, большой и сильный. Юбилей, отмечает он. С лиц ангарчан не сходили улыбки. Одни подпевали, другие пританцовывали. Праздник получился поистине всенародным. Хочу, чтобы всегда вот так народ радовался у нас, веселился. У нас вообще люди добродушные, добрые. Вы заметили это? У нас самый красивый город, самые добрые люди. Классические песни и народные, бальные танцы и марш барабанщиц. Программа концерта была яркой и разнообразной. И каждый участник старался выразить в своем выступлении любовь к родному городу. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.